Ой, хорошие собачки! Ой, веселые собачки! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 14 октября 2020 года, и у нас в Ленобласти отличная погода. Нет дождя, светит солнце, нет ветра. И наши малыши с удовольствием вышли на прогулку. Тони, как всегда, корчует у нас тут сорнячки. Герцог, деловой парень, ходит, занимается своими делами. Шоколадный герцог у нас в продаже находится, Мишута мягкая, плюшевая. Кто-то уже пробежался по улице и убежал домой. Не все сегодня у нас присутствуют на видео. Виконтика уже намочила мама, она с ним только что играла. И в травку его умудрилась мочкануть, он весь мокрый, дрожит. Сейчас домой побежим. Глэдис с нами вышла, несмотря на то, что Глэдис не нравится, когда влажно, мокро и сыро. Варежка, Цезарион, когда, вот видите, пряня, не очень тепло, ребятки не очень долго гуляют. Они выбегают, гуляют и убегают снова. Но все-таки слегка мы с ними все-таки прогуляемся. Викуська с нами вышла погулять. Братва вся разбежались кто куда по огороду. Вика, мама, Глэдис. Глэдис в резерве, в продаже. Герцог в продаже, герцог в продаже. Посмотрите, какая прелесть сегодня у нас на улице. Красота. Красота. Не знаю, сколько градусов, не взяла градусничек. Как всегда, в своих тапочках ничего, так скажем, терпимо. Зелень стоит, заморозков еще нет. Поэтому можно себе позволить погулять на свежем воздухе. Не знаю, насколько у нас продлится хорошая погода. Нам обещали, что скоро у нас будет первый снег. Правда это или нет, прогноз погоды у нас бывает и не всегда говорит правду. Но пока погодка шепчет, осень, красота, наслаждаемся природой, погодой, красотищей. Ой, ой, малышня прибежала с нами гулять. Малышня прибежала с нами гулять. Ну давайте бегайте, здесь травы нет, мокрой. Вперед, смелые малыши. Виконт малыш, бело-черный триколор в продаже. Цезарион, шоколадный триколор в продаже. На сегодняшний день 11 щенков чихуахуа в нашем питомнике ждут мамочек и папочек. И только двое из этих щеночков девочки. Это наша бело-шоколадная Аурелия. Можно ее посмотреть во всех прогулках, вот кроме сегодняшней. Сегодня она решила с нами не пойти на прогулку. И малявка шоколадная Дайнерис, которая сегодня играет весело с ребятками, открытыми для резервирования дома. На видео вот сегодняшнее утро наши детишки, как они подросли. Есений, который в резерве снимается вместе с малышами Елисеем, братишкой, и Емельяном, который находится в продаже. Весело все играют с Дайнерис. С нами Варежка, кошечка, Тони, мандаринчик, Пряничка, шоколадный наш сладкий мальчик, который папочка нашей Дайнерис, шоколадной малышки. Тессонька, мама Виконта. У Тессоньки уже после операции, не то что после снятия ниток там шрама не видно, там уже даже шерстью все заросло, уже даже пятна не видно. Сейчас она повернется правым боком, я попробую заснять все, что осталось у нас после операции, как это выглядит. Напоминаю, операцию мы делали 21 сентября, то есть у нас еще не прошел даже месяц. Но на месте шовчика нет, даже, скажем, шерсть уже заросла. Так, в травку мне вот совсем не хочется в моих тапочках. Это наша бравая команда гуляет, где захочет. У них все-таки хоть какая-то. На мне сегодня тоже курточка, но Варежка, кошечка. Герцог кушает травку. Витаминчиками подзаряжается парень.
Викуся пришла. Мама герцога. Викуська. Тессонька бежит к нам по тропинке, а за ней несется ее сынок Виконт. Мы будем, наверное, двигаться к дому, потому что основная масса собачек дрожит. Не хочу их заморозить. Они побегали по траве, где было не скошено. Немножко Теска намочила Виконта. Цезуриончик, мальчик мой сладкий, красавчик мой. Будем потихонечку идти к дому. Дома у нас тепло, как всегда, натоплена печка. Днем еще будет, вот нас догоняет наша славная компания. Мама, сын и дочь. Ато! И Виконт. Вот так. И Виконт. Вот Виконт у нас везде и всюду. Он уже здесь. Он уже здесь. Опа, и палочку он вязочку нашел. Очень позитивный мальчишка. Вот эти три щенка находятся в продаже. Детки разного возраста и, как вы видите, разного размера. Самый младший из этих детишек – шоколадный Мишутка Герцог, который больше, чем Виконт по размеру, несмотря на его возраст. Мишута Герцог, он безумно плюшевый, ласковый, целовательный, игривый. Мальчик ждет мамочек и папочек. А там себе целуются Виконт и Цезарион. Виконт дрожит, продолжаем двигаться в сторону дома. Кто-то тут зашел у нас в огород. Здесь мы огораживаем свои посадки летом. Картошечку вот еще не выдергали морковочку. И поэтому вот тут вот любители поковыряться в наших грядках уже этим заняты. Проверяют наши грядки. Здесь веселая игра детишек. Сейчас идем все греться. На этом, дорогие друзья, будем, наверное, заканчивать это видео, потому что многие из ребяток дрожат. И лучше мы выйдем сегодня погулять еще попозже. Подсохнет трава. Это мы еще гуляем утро ранее. У нас еще и роса тут, в принципе, так это. Это днем будет солнышко побольше, все подсохнет. И у нас будет возможность погулять в более комфортных для собачек условиях. Облачка такие не обещающие нам каких-либо тучек и дождя. Да, Тессонька уже идет домой. Вон они игрушку опять, эту погрызушку-вкусняшку, вытащили из дома на улицу. Бычий корень, так называемый. Вкусняшки. Меня спрашивали в очередной раз, какие мы используем. Это субпродукты прямого высушивания, то есть без какой-либо химобработки, поэтому хранить их надо в холодильнике. А наши питомцы их умудряются таскать на улицу в качестве игрушек, потом опять утаскивать домой. Но это не те, которые хранятся, это те, которые мы им даем погрызть, поиграть. Так, кто у нас еще не собрался к дому? Пряник весь уже он дрожит. Смотрите, как ему холодно. Варвара сейчас нас догонит. Идем домой. Вот, Варюшка бежит. Глэдис бежит. Все, мы пошли домой. Дорогие друзья, кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. С подписчиками нашего канала надолго не прощаемся. Вот у нас Тесс с боком после операции, вот эта вот точечка. Так что еще раз огромное спасибо нашему ветеринарному врачу, золотые руки от Бога у человека, нашей Виктории Владимировне. Здоровья, здоровья и здоровья. Не знаю, что бы мы без нее делали. Ой, 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 все. Все наши домашние заругались, все мы маленькие побежали на помощь. Всем пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал нашего питомника.
чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. До новых встреч! Здоровья вам и вашим питомцам, хорошей погоды и отличного настроения!